Рузи хуш. Салам алейкум. Кандайс. Якши гун. Всем чао. Мы учимся в одной гимназии. Такие разные и не похожие друг на друга. Среди нас есть ребята другой веры и национальности. Разные национальности нам не помеха. Для дружбы и радости, для добра и смеха. Нам дело нет совсем до цвета глаз и кожи. Но вырос не такой, как все, на нас всех не похожи. Здравствуйте! 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 Последнее десятилетие в России усилиями ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи детям мигрантов. Психолого-педагогическое сопровождение по языковой и социально-культурной адаптации. По данным Росстата, в 2021 году в Свердловской области въехало более 133 тысяч мигрантов. Доля детей мигрантов в школах Екатеринбурга в 2021 году составляет 1,76%, а в 2022 – более 3%. Сегодня в гимназии для каждого третьего ученика русский язык не является родным. Более 10% детей – граждане других государств. В гимназии реализуется программа «Россия – наш общий дом». Программа управления качеством образования детей мигрантов на уровне начального общего образования стала эффективным ресурсом по сопровождению детей с разными стартовыми возможностями, способом преодоления неблагоприятных социальных условий и точкой инновационного развития гимназии. Модель программы повышения качества выстроена в соответствии с условиями образовательной среды гимназии. Мы определили результат реализации программы. Обучающийся, осознающий и принимающий ценности многонационального российского общества, освоивший социальную роль гимназиста, способный общаться с детьми и взрослыми на русском языке и освоивший требования образовательного стандарта. Конечно, программа включает мониторинг, цели которого – система диагностики и контроля состояния обучения и воспитания, достоверная информация о качестве образования, принятие обоснованных управленческих решений. Для достижения качественных результатов образования детей мигрантов педагоги гимназии нашли нестандартные решения и подходы, отличающиеся новизной и оригинальностью. Основной технологией работы с детьми-мигрантами стала технология вовлечения, то есть создание условий, способствующих возникновению устойчивой мотивации. Не случайно программа развития гимназии называется «Школа достижений». Для детей-мигрантов мы собрали пирамиду достижений. Каждая грань пирамиды – это направление работы с детьми разных возрастов. Вовлечение для дошкольников начинается с проекта «В школу вместе» совместно с детским садом, на днях открытых дверей, на учебных занятиях школы развития. В это время мы знакомимся с родителями, которые станут нашими друзьями и единомышленниками. На предгимназическом уровне с июня по август реализуется уникальная программа «Летняя школа первоклассника». Это образовательные занятия, игры и коллективные дела. Особенностью программы является то, что с детьми работают учителя в паре – русскоговорящий учитель и учитель-носитель тюркского языков, что помогает разговорить ребенка, помочь ему в понимании речи. Учителя проводят в конце августа входную диагностику для детей иностранных государств. На уроках вовлечение осуществляется через коллективные, групповые и индивидуальные формы для обеспечения активной деятельности. Учителями разработан чек-лист для проведения урока. Авторским приемом является создание интерактивных словарей. Работа проходит в смешанных классах, что позволяет втягивать ребят в активную речевую практику с русскоговорящими обучающимися, воспитательную деятельность гимназии. Занятия внеурочной деятельности «Русский язык как иностранный» проходят в малых группах. Их ведут опытные педагоги, применяя адаптированные учебные пособия и информационно-образовательные ресурсы. Родители могут выбрать и программу платных образовательных услуг «Русский язык без границ». Используется технология наставничества. Наставниками для первоклассников выступают выпускники начальной школы. Подбор наставников осуществляется по национальному признаку, близости интересов, взаимной симпатии.
В гимназии проходят события, направленные на социально-культурную адаптацию детей мигрантов. Классные руководители проводят классные часы, праздники, экскурсии. Четвероклассники участвуют в региональной олимпиаде по русскому языку среди школьников и нафонов, изучающих русский язык как иностранный. И, конечно, осуществляется взаимодействие со службой психолого-педагогического и социального сопровождения. Специалисты участвуют в мониторинге, проводят индивидуальные групповые занятия с детьми, встречи, консультации с родителями. Консилиум разрабатывает общую педагогическую стратегию работы с ребенком. Классные руководители ведут дневник наблюдения обучающегося иностранного гражданина. Основа нашей пирамиды – профессионализм педагогов. Учителя начальных классов прошли курсы повышения по проблематике обучения русскому языку как иностранному. Они учатся, участвуют в вебинарах Центра этносферы на методических семинарах. Программа повышения качества образования детей-мигрантов является инновационным и оригинальным продуктом. Схема проводимых мероприятий, способы вовлечения детей в образовательную деятельность, методические материалы, разработанные педагогами гимназии, являются оригинальными и уникальными продуктами и могут быть адаптированы к условиям любой образовательной организации.